Два Мерседеса 167 ГЛС. Этот абсолютно новый из автосалона. С этим мы уже поработали. Вместо хрома везде будет черный лак. А изначально кузов был вот такого цвета. Он теперь стал матовый. Вот эти элементы тоже будут. Черный лак. Рейлинги. И даже вот посмотрите, на бампере уже установили некоторые элементы. Берем пластиковые и металлические элементы оригинальные. С помощью специального химического состава удаляем хром. И с помощью обычной краски красим все эти элементы качественно, а потом устанавливаем на автомобиле. В данном случае это Mercedes GLS 167 кузове. Именно этот комплект элементов именно для этого автомобиля. А вот еще один автомобиль, который ждет очереди, и буквально через сутки другие на него тоже будет установлен такой же комплект элементов. Так что обращайтесь, не стесняйтесь, качество очень высокое, гарантия на срок владения автомобиля. Для того чтобы в этом ГЛС сделать антихром, два специалиста снимают рейлинги, я снимаю ролики. Вот это поворот! Что же мы сделали? Мощная защита от внешних воздействий для кузова. Полиуретановая пленка. Весь кузов покрыт с подворотами. Все сделано максимально качественно с нашей гарантией. Все элементы, которые были хромированными, стали теперь черный глянец. И эта звезда, и решетка, и зеркала вместо серых стали черные. Пороги стали черными глянцевыми. Рейлинги. Вот эти элементы хромированные раньше были вокруг стекол. Сзади заматывали оптику. Звезда стала черная. Этот элемент называется сабля. Тоже черный. Выхлопы. Поработали с дисками. Видите, они стали теперь двухцветными. Серые внутри, черные снаружи. Ручки дверей также подверглись обработке. И даже вот этот вот элемент также теперь стал черным. А вот этот вот остался в первозданном виде. И теперь почувствуйте разницу. Очередной Mercedes GLS 167 кузове покидает наш установочный центр. Помимо тотальной шумоизоляции, мультимедиа, систем безопасности, еще сделали полный антихром. Посмотрите, какое интересное решение. Кузов оставили глянцевый, а все элементы, которые были в хроме, теперь стали матовыми. Также сделали суппорта красными, рейлинги теперь черные, матовые. Вокруг окон элементы, которые раньше были хромированы, тоже стали черные, матовые. Сзади дизайн теперь совершенно другой, за счет того, что хрома не осталось совсем. На наш взгляд, очень интересное сочетание. Черный глянец, черный мат, красные фонари, красные суппорта. Ничего лишнего, лаконично. Со вкусом. Обращайтесь, на вашем автомобиле можно сделать то же самое.